Мясо! А кому из вас 40? Оля, меня стопнул сын. Ну начнем, пока расскажи о себе. 41 год, друзья, аплодисменты! Здравствуйте. Кем работаете? Как вы узнали о нас? Ты готов сегодня победить? Потрясающе, друзья! Он скромный в интервью, наверное, будет никакой скромности! Бою, блэк! Давай, Рома, сюда камеру! Это Виталий Аркадий, не четыре, не сбой! Я попланирую, что у вас тоже, правда! На, пару слов, давай! Всем привет! Приехал я прямиком из Гомеля сюда, на этот турнир. Что хочу сказать? Пожелать сопернику удачи. Держи, Павлович, микрофон. А мне не слышно. Все, всем спасибо за поддержку, кто вас поддерживает. Давай, удачи. А что я буду говорить слово о большом славе, а то мы столько судей в России и в Европе тоже. Все, давай. На середину. Так, парни, работаем по правилам ММА. Головой только не бьем, и локтями тоже не бьем. Внимательно слушаем. Готовится Дмитрий Неверов, Александр Бабахалец. Огла! Готов! Готов! Мы поехали! Еще раз, Дмитрий Неверов, Александр Бабахалец. Бабахалец Неверов, готовится. Баба Ханяц Неверов подходит уже. Продолжаем. Да все, прилетело, давай, все. Лучше не стоит. Надо бы. Лучше не стоит. Где еще работать? Все, давай. На середину. Сюда, на середину. Друзья, это стрелка. И рисковать здоровьем никто не будет. Аплодисменты, Александр, быстрый бой. Не расстраивайся, все равно ты победил, когда пришел уже сюда. Это тебе, скажи, как в доме или как погода? Так, как тебе здесь у нас погодка? Атмосфера намного лучше атмосферы. Всем спасибо за поддержку. Извините за очень быстрый бой, как смог. Сразу ждем потом всего, что смогли насладиться, зрители. Аплодисменты, спасибо тебе!